Ну вот, две лыжи К2 Фатти в красивой раскраске, яркой. Вот лыжика номер раз, небольшое пятно сверху, это клей от ценника. Я его не снимал, чтобы не путать правую и левую лыжу. Вот она идет. Идем сверху вниз. Это пятно, это самый контроль качества. Вот лыжка раз. Смотрим скользячку. Тоже очень все хорошо. Без колов, без трещин. Ничего не ремонтировалось. На нем эксплуатация всего один год были. Вот, раз. И вот два. Вторая лыжика. Какое-то пятнышко грязи. Вторая лыжка. Ну, видно, что они в состоянии практически близко к идеальному. Это вот, это тоже ценник. Вот. И скользячка, соответственно.